Сотрудники городской администрации, как и другие рыбинцы, уделяют огромное внимание спорту. Специалист отдела потребительского рынка товаров и услуг администрации Рыбинска Александр Решкин лично принял участие в эстафете полумарафона «Бегом по Золотому кольцу». 29 августа Александр также принял участие в рыбинском полумарафоне «Великий хлебный путь». В минувший выходной Александр совершил забег на дистанцию 21 километр 100 метров в центре Ярославля. Для меня было самое главное – это участие в полумарафоне, потому что полумарафон – все-таки дистанция большая, а я не спортсмен, никогда раньше не занимался спортом, и вот вообще вот сама идея пробежать большую дистанцию, поставить для себя амбициозную цель и достичь ее, вот это мне помогло участие в полумарафоне. Готовиться к стартам Александр начал заранее. По утрам он совершал пробежки. Сначала дистанция была 3 километра, потом Александр постепенно ее увеличивал. Ты понимаешь то, что это огромная дистанция, которую ты смог преодолеть. Ты смог преодолеть себя, смог, может, преодолеть свой страх перед этой дистанцией. И когда ты добегаешь, тебя переполняет эйфория, и это незабываемое ощущение. Об участии в полумарафонах Александр задумался весной 2015 года. Посмотрев на участников Деминского полумарафона, он решил повторить их достижения. Перед полумарафоном 29 августа Александр дважды пробежал 21 километр с целью развить выносливость. С нами он охотно поделился своими секретами. Первый раз это было крайне низкий темп. Вот только-только, потому что ты не ограничен во времени, на тебя никто не смотрит, ты бежишь только для себя. И в этом самом спокойном темпе я пробежал полумарафон за 2,5 часа. То есть я понимаю, что предел полумарафона – это 3 часа. То есть можно даже половину дистанции чуть ли не шагом пройти, если совсем тебя покинут силы. На достигнутом Александр останавливаться не собирается. 27 сентября он примет участие в полумарафоне в Ростове-Великом. Александр Решкин приглашает принять участие всех любителей здорового образа жизни или просто поболеть за него.